Друзья, всем доброго дня. Сегодня мы опять в лесу обрезаем зверя. Одни волки у нас пока. Ну, хочу вам показать вот карабинчик. С ним я 12 лет хожу. В этом году мало брал, потому что на нем стоял тепловизионный прицел. На вышках сидели. Стреляю патронами кентавр. В основном полуоболочка. Либо простым барнаулом. С него тоже полуоболочкой. 10,7 грамма. Сейчас хочу пристрелять на него дневной прицел Льюпольд. Льюпольд первый, переменка 2,7 крат. И титановый кронштейн Зенит на нем стоит. Б-13. Также, так как он сильно глушит, бьет по ушам, это ужас просто. У него была сразу куплена практически банка БРТ. Звук раз 5-4 меньше. Соответственно, по ушам не бьет. Выглядит вот так. Сейчас я установлю прицел. Все это жестко затяну. Будем пристреливать, смотреть. 100 лет уже не ставил. Затяжка не особо сильная получается. Для этого мы взяли ключики, что примечательно, кронштейн один, ключи на него два. Неужели не сделать подкручивающий стопорный с одним одинаковым? Погодка, правда, сегодня прохладная, минус 5-6 градусов. Сейчас подтянем немножко. Вот так. Маловато. Еще подтянем, значит. Сделать надо хорошо, чтобы садился плотно, чтобы потом ничего не сбивалось. Еще можно подтянуть. Для этого можно снять и подтянуть его в холостую. Так, мы его протянули. Давайте посмотрим. Чем плотнее, тем лучше. Запомните. Ну, вот это уже хорошо плотно сел. Значит, так, теперь затягиваем винт стопорный. Уперся, все хорошо. Затягиваем стопорный винт. Почему не сделать для кронштейна два одинаковых ключа, всего два болта? Это, конечно, вопрос к производителю. Вот такой херней страдает, похоже, только наши изготовители. Но, правда, на Имонаутах было то же самое. Стоял у меня на Штрассере Имонаут быстросъем. Все одно и то же. Все, затянули стопорный винт. Прицел стоит плотно. Проверяем. Все. Убираем ключики, ничего не потерять. Так, еще раз повторюсь. Пуля Хорнеди. Патрон Барнаул. 9,7 грамма, это оболочка. Потом стрельнем полуоболочкой 10,7. Очень хороший патрон, тоже Хорнеди и Барнаул, сейчас не найти у нас его. Ну, у меня еще пару пачек есть. Так что как-то так. Сейчас произведем пристрелку, то же самое место, не портим деревья. Стреляем, где всегда пристрелим оружие. Расстояние будет 65 метров. Потом я его доведу до 100 где-нибудь на открытом. Сейчас покажу вам звук, как он будет, выстрел, и куда мы попадем. Так что как-то так. Всем удачи.